Всем привет! Мы на канале Спиралекс. И сегодня мы будем складывать из дерева жуков. Вот таких странных жуков. Открываем. И тут разбираем вот эти детальки. Да не надо! Нет! Инструкцию доставай, потом по инструкции там говорят номер и как складывать все. Ничего, папа не знает. Я говорю, мы не знаем. Вот для чего. А это подточать, это чтобы вставлялись получше. Будем кого первого собирать? Кузнечика или... Давай, кто быстрее, ты или я? Давай, сейчас ты неправильно все сам берешь. На старт? Так, подожди. Внимание, у меня кузнечик. Не, у меня кто? У меня какая-то стрекоза. А вот она! Как? Зачем я так далеко от своих? Ну, других лапок. Остальных. Вставляйся! Сказал тебе. Вставляйся! Хитрая муха! Стой! Стой! Наконец-то! И последний нос. Так, теперь... Ого, мамочки. Теперь 10. А, не 10. На 13. Где 13? Забить эту 13, пожалуйста. 13 еще. 8. 13 плюс 14. Где 14? 14 и 15. 14. 15. Глаза вверх или вниз? Это папа не знает. Вот так держу. Так я не могу понять. Это не вверх или вниз? А мне только это соединить и все. Я уже готов. Ну, пусть папа это делает без клея. Все равно у него все развалится за пару секунд, как это. Я ее потом махну, так всю в клей, как блин. И все. И будет белый. Будет белый, красивый. Теперь пошли мы к рогам. Ой, этим не рогам, что это такое у нее? Крылышки. Крылышки. А ты в курсе, что мы будем это еще раз украшивать? Что мне надо доставать? Это невозможно. Если бы мне говорил, что доставать, я бы быстро. И быстро с ним складывал. А так я еле-еле справляюсь. Так. Как это собирается? Мне остались только ножки, 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 ножки. Все. Мне уже летать может, видишь, без ножек. Стрекоза ножки оторвали и летает. Зрители, а вы знаете, что только чтобы запутался? И вообще, папа, передний это маленький. Ой, вот так. Видели? Паучок, паучок. Та-та-та-там. Ну, ты же клей. Да. Все, закончил, кузнечка. Вот точно, когда ты будешь ночью храпеть, я тебе вот этой стрекозой прилечу, так. Ты же сделал козу? Да. Стрекозочка? Это 21. 11. 12. Вот внутрь я хочу запутать. Все, я уже знаю. Это 12, это так.
12. Я папа мне помогает. А вот это деталь. Макарошки вцепили, а теперь... Макарошки вцепили, ты сказал? Да, макарошки вцепили. 19-я. 19-я вот эти макарошки цепляем. Отцепи мне еще одну макарошку. Вот твой стрекузнечик. Он уже в клее, папа. Ой. Я тебя укушу. Это надо твои, наверное, ножки склеить все-таки. Как ты любишь делать, мои надо склеить. Если ты любишь, как папа делает бои, то надо лучше склеить. Склей свои ножки. Склей свои ласты. Он должен сейчас склеить. Все? Стрекузнец готов. И а тебе понравился стрекузнечик? Стрекузнечик. Я отнесу всех этих деревяшек на фабрику, чтобы их покрасить. Я их отнесу к волшебнику, который их всех... Живет на балконе. Который их оживит. И сейчас я буду делать подарок для Валерки. Для тех, кто не знает, кто это, Валерка – это самый крутой медведь во всем мире. И я буду его делать 3D-ручкой. Я поаплодирую докторам. Спасибо, доктора, что вы спасаете нас от коронавируса. Берем желтый и делаем рамочку. Проводим и пишем конфетка. Конфетка. Ай, ты что тут не влезла? Жаль. Ничего. Она вышла. Опа. Он мой Валерка. Вот это мой Валерка. Классный, красивый. Главное, яркий. Например, ему прицепить штоп, его можно цеплять на рюкзак, на клейку его можно сделать. Все что угодно можно сделать. Вот такая красота у нас получилась с Валеркой, с папой. И ставь лайк и подписывайся на канал Супер Алекс. Пока-пока. И еще подпишись на канал Познаватель. Валер.